Новую стратегию развития принял Банк ВТБ Казахстан на ближайшие 3 года. В ней учтены новейшие требования мирового и внутреннего рынков. Целью стратегии стал двукратный рост всех ключевых показателей. Банку ВТБ присвоен самый высокий кредитный рейтинг среди всех банков Казахстана. Новая стратегия банка должна укрепить не только его собственные показатели, но и позитивно отразиться на развитии экономики страны. Это потребует от нас переработки фактически всего продуктового ряда. Мы строим свою стратегию на принципах универсальности, то есть мы продолжим двигаться и работая с крупным бизнесом, работая со средним, малым бизнесом и, безусловно, продолжая широко развиваться в сегменте работы с физическими лицами. Новая стратегия основана на глубоком анализе ситуации и спроса. В конце прошлого года банк оздоровил кредитный портфель, очистившись от проблемных активов. Сегодня обновленная команда управленцев банка активно работает над разработкой и внедрением привлекательных для клиента новых продуктов и услуг. Мы очень активно перерабатываем ипотеку, и в ближайшее время мы ее выдадим, измененную ипотеку. Мы говорим о перезапуске автокредитования, мы говорим о всевозможных пакетных предложений для малого бизнеса. То есть, в принципе, можно говорить о таком глобальном перезапуске проекта ВТБ в Казахстане. Регуляторный капитал банка превышает нормативы Нацбанка в 4 раза и позволяет увеличить объемы бизнеса в 2 раза. Запас ликвидности банка превышает требуемые нормы в 10 раз. Это позволяет ВТБ предлагать клиентам многолетнее выгодное кредитование в тенге. Банк также видит перспективы роста в сотрудничестве с крупным инвестиционным бизнесом. Татьяна Напольская, Нурдаулет Жексыбаев, Алматы, Хабар 24.